Теперь нам нужно создать навигационное меню. Для создания меню заходим во вкладку «Меню». Здесь нам нужно создать первое главное меню наше. Кликаем «Создать новое меню». Вводим название «Главное». Так, относим его к секции, то есть к зоне. Ну, то есть определяем это меню как главное, поэтому мы ставим здесь галочку в этом чекбоксе Primary и кликаем далее. Теперь нам нужно кликнуть на кнопку «Добавить элементы». Но сначала нам нужно добавить страницы. Это будет страница, во-первых, о магазине. Потом это будет страница магазина «Каталог», где будут отображаться все товары. И также нужно добавить страницу «Доставка и оплата» и «Контакты». «Доставка и оплата» и «Контакты». Убираемся, сворачиваем сюда, кликаем вот на эту зону, чтобы свернуть вторую панель. Видите, они все эти странички добавились. Но теперь нам нужно сделать так, чтобы при наведении на каталог выезжали все категории. Для этого кликаем «Добавить элементы», спускаемся чуть ниже, где категории товаров. И давайте подобавляем все вот категории, которые только есть, а потом будем их фильтровать. Так. Отлично. Все, добавили, сюда кликаем, чтобы свернуть вторую панель. У нас, значит, в первую очередь давайте с простыми переносами отфильтруем категории. Значит, первая категория это будет платья. Потом будут юбки, джинсы. Юбки, джинсы. Просто обычными переносами захватываем секцию с пунктом меню и переносим. Блузки, футболки, поло. Джинсы, футболки, блузки повыше. И, кстати говоря, переносите ровно друг под друга, без смещения направо. Я сейчас чуть позже расскажу, что будет значить смещение направо. Костюмы, свитшоты, куртки. Свитшоты, куртки, головные уборы и аксессуары. Головные уборы и аксессуары. Все отлично. Смотрите, у нас осталось две категории, которые мы не перемещали. Кожаные пуховики, они являются для категории куртки дочерними. То есть вложенными в нее. Для того, чтобы в пункте меню сделать так, чтобы при наведении на основной какой-то пункт меню выезжали дочерние пункты меню, то есть по факту, чтобы при наведении в пункте меню на категорию куртки выезжали кожаные пуховики, нам нужно перенести эти дочерние категории к главной категории куртки и сместить их на один уровень правее. Смотрите, захватываем кожаные, подносим под куртки и на одну секцию правее переносим. Смотрите, что произойдет. Вот куртки, видите, выделилось сразу вот такой маячок, наводим и появляются дополнительные. Но если, допустим, у кожаной была какая-нибудь дочерняя еще категория, то есть второго уровня, допустим, вот так вот сейчас делаем, смотрите, что произойдет. Наводим на куртки, потом на кожаные и потом уже пуховики. То есть смещение на один уровень правее означает уровень вложенности одного пункта меню в другой пункт меню. Ну давайте пуховики сюда сместим, пожалуйста. Но дело в том, что вот эти все категории, они должны быть дочерними по отношению. Вот эти все пункты меню с категориями, они должны быть дочерними по отношению к каталогу. Поэтому мы должны их перенести под каталог и смести на один уровень правее. Захватываем платье, каталог. Юбки под платья, ровно друг под друга, вот так вот, и на один уровень правее каталога. Просто переносим. Если у вас произойдет ошибка и при переносе пункт меню не будет фиксироваться, то вы просто сохраняете изменения, выходите из панели настроить, заново вот сюда заходите и снова начинаете переносить. И, как правило, в 90% случаях у вас все получится. Даже не в 90%, а в 100% случаях.
Видите, вот я куртки зацепил, и сразу с ним с этой категорией переносятся и подкатегории. И, кстати говоря, головные уборы. Вот левее, видите, надо разместить, чем дочернее. Ну, как бы он показывается. Все, смотрите. Оп, все отлично. Ну, мы опять же дизайн подредактируем весь. Давайте сохраним изменения. Сохраняется сейчас все. Все сохранилось. Теперь выходим назад из главного меню и создадим второе меню «Каталог». Это меню будет слева, вертикальное меню слева от слайдера. Относим его к типу меню «Продукт каталог». Кликаем «Далее». Кликаем «Добавить элементы». И вот в категории товаров также нам нужно добавить абсолютно все категории. Ну, как также делали, как с главным меню. Точно так же мы должны их упорядочить. Платья, юбки, джинсы, блузки. Футболки, поло, костюмы. Костюмы, свитшоты, куртки. Свитшоты, куртки, подкуртки, кожаные пуховики, головные уборы и аксессуары. Все отлично. Опубликовать. Давайте здесь, где демонстрация происходит сайта, то есть демонстрация нашего интернет-магазина, мы кликнем на логотип, то есть на название интернет-магазина, для того, чтобы перейти на главную страничку. Посмотрите, как все у нас отлично выстроилось. Теперь нам нужно перейти, вернуться назад. Но вот это смещение чуть ниже, когда не будет, мы не будем в режиме панели настроить находиться, все будет выглядеть очень ровненько. Теперь нам нужно создать меню, в котором мы положим две странички и расположим это меню в шапке сайта. Создать новое меню. Пишем здесь шапка. Выбираем тип меню Top Bar Navigation и кликаем «Далее». Кликаем «Добавить элемент» в странице. Ищем страницу «Избранная». И теперь нам нужно добавить также пункт, или как можете назвать это, кнопку «Консультация». Это можно сделать с помощью произвольных ссылок. Кликаем «Произвольные ссылки». Сюда вводим. И теперь нам нужно сюда, вот в это поле ссылки, вставить класс всплывающего окна «Консультация». У вас должна быть до сих пор открыта вторая вкладка. Помните, где у нас был открыт каталог? Давайте здесь перейдем в режим консоли редактирования. Здесь у нас есть вкладка «Pop-up Maker». Давайте перейдем сюда и находим всплывающее окно «Консультация» и копируем ее класс. Копировать. Возвращаемся назад в ту панель, где мы настраиваем наше меню. И в это поле вводим на английской раскладке знак решетки и вставляем скопированный класс. Теперь можно кликнуть «Добавить в меню». Все отлично, у нас все получилось. Теперь давайте чуть выше. И вот видите, у нас избранная консультация. Теперь давайте сделаем следующее. Выходим из настроек меню шапка. Нам нужно добавить два меню, которые мы разместим в подвале сайта. Создать новое меню. Назовем его «Для клиентов». Никуда его не относим, просто кликаем «Далее». Кликаем «Добавить элементы». Нам нужно добавить страницы. Переходим во страницы. Доставка и оплата, контакты, о магазине и каталог нам нужен еще. Каталог, вот. И перемещаем «О магазине» идет сначала, потом каталог, потом доставка и оплата и контакты. Все отлично, выходим из панели настройки этого меню и создадим еще одно новое меню. Будет называться оно у нас «Популярное». И туда, и мы опять же никуда его не относим, никакому типу. Кликаем «Далее», кликаем «Добавить элементы», кликаем «Категории товаров», и нужно добавить наши самые популярные категории товаров. Это, во-первых, будут сейчас наверх блузки, юбки, костюмы, платья, джинсы.
джинсы и платье. Переносим платье чуть наверх. Все, выходим из настройки этого меню. С настройкой меню мы закончили. Давайте кликнем «Опубликовать». И давайте выйдем из этой панели, посмотрим, что у нас получилось. Меню есть. Все, что я вам говорил, ровненько все будет. Баннеры мы чуть спустим, когда будем редактировать дизайн. А, ну и подвал мы еще не настраивали. Ну и подвал сайта мы еще не настраивали.